thank you Чтобы совсем не деградировать Кали Йогу, мы кланяемся каждый день. Кланяйтесь каждый день, древу прибежище, иштадевати святым друг другу, гуру, Богу, в общем, до да Татреи, даже если вы не видите его, если не можете телом кланяйтесь душой, Но это очень важно. Если день прошел без поклона. Жизнь прожита зря. То есть садху должен жить кланяясь всю жизнь. Не обязательно физически телом, хотя телом начинающему первые 50 лет очень полезно. Первые 50 лет все начинающие. То душой. Можно не телом кланяться, а душой духом. Вот такое состояние очень важно. Сущность упасаны, поклонения, сущность крия жить в измерении поклона. Все это и есть упасана или поклонение. И замечено, те, кто поклонения делают поклоны, они прогрессируют духовно. Они становятся все более счастливыми, радостными. Потому что связь с Богом не разрывается. А те, кто не делают, они забывают о связи с Богом. И у них гордость возникает, желание возникает, иллюзии возникают. И из этого Состояние они пытаются медитировать, но тоже ничего не получается, потому что установка уже неправильна. Тогда возникают духовные трудности, духовные проблемы. А ведь все так просто. Надо просто вспомнить о своем положении по отношению к Богу. Если вы не делаете поклоны, то вы можете спорить, склочничать. Так? иметь завистливое сознание, грубо говоря, выпендриваться. А если вы кланяетесь, но ну, у вас нет желания не спорить, не склочничать, вы понимаете, моя задача – предаться Богу, и все будет хорошо. Это же так просто, но почему до людей этого не доходит, непонятно. Например, есть мусульмане. Пять раз в день они делают свое поклоны. В аэропорту, неважно где там, в офисе, он говорит, извините, у меня намаз, все. Он закрывает офис, где-то уединяется. Сделка, не сделка, не важно. А часто бывает, насколько мы прогибаемся под этот так называемый материальный мир, от которого мы отрекаемся, 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 никак не отречемся. Почему мы под него прогибаемся? Потому что привязаны, хотим от него много еще. А не то, что так, у меня время поклонов, извините, все, я кланяюсь Богу, у меня время упасаны, время мантры, пусть подождет, пусть вселенная подождет, пусть иллюзия подойдет. Вот, когда вы станете таким сильным садху, что неважно, что вы делаете, вы делаете свои поклоны всегда и везде, материальный мир вас не сможет обусловить. И вы всегда будете духовно расти. А тот, кто их не делает, со временем его душа тяжелеет. Душа отрывается от божественного источника. Мастер созерцания, созерцательного присутствия, самим своим созерцанием выполняет упасан. Ему не надо делать физические поклоны, но в душе он их бьет непрестанно. И тот, кто думает, что он занимается чем-то другим, он ошибается. То есть созерцать – это ведь не развести зрительные оси глаз и просто на что-то отвлеченное медитировать. Это быть непрерывно в связи с Богом, в связи вот такого, в состоянии такого непрерывного поклона вплоть до растворения, самоотдачи, самозабвения. Ведь в созерцании нечего другого созерцать, кроме Бога. Так? Если вы делаете такие поклоны, майя никогда вас не захватит. Ум никогда не захватит. Эго никогда не захватит. Желание никогда не захватит. Это несложно. Но сила Кали-йоги такова, что сансары, обусловленность такова, что бывает даже человеку сложно и такое делать. Его ум находит предлоги, почему он не может этого делать. Потому что если бы все люди могли так просто делать, мы бы видели миллионы садху. Так? А где они? Где эти миллионы садху? Идет проповедь, распространяется дхарман, но нет миллионов садху, есть только десятки. Потому что сложно, даже вот сложно простые вещи делать. Это особенность Кали-йоги, особенность влияния в нашу эпоху. Эпохи лжи, лицемерия, обмана, доминирования адхармы, заблуждений, материальных привязанностей. Поэтому так сложно практиковать. Поэтому из тысяч практикуют десятки из десятков добиваются успехи единицы. Вот такая эпоха. Но если вы усердно делаете свои поклоны и находитесь в духе почитания Бога, вы духовно растете. Потому что поклон – это поиск Бога, это призыв к Богу это воззвание к Нему, это отставление всех дел мира сего ради Бога. И жизнь в таком состоянии – это и есть путь святых. Святые жертвовали всем ради Бога. даже светскими приличиями. Даже был один святой, он описан в Перри я читал. Он играл в кости. В азартные игры. И всех обыгрывал. И обыгрывал безжалостно. Хорошо играл. Но то, те деньги, на которые он выигрывал, все пускал на храмы, на дхарму. Он был святым, но никто не мог его упросить, умолить, отдать ему деньги, или никто не мог его переиграть. Жестко всех обыгрывал. Но все деньги целиком отдавал на храмы поклонения Шиве. И когда Народа увидел вас, он воскликнул, да, но даже святые должны соблюдать нормы нравственности. Он был так предан Шиве, что ему все равно было светское мнение. Он ему служил таким образом. Его за это назвали там, злой Нейнар, что он всех обыгрывал. Он был злой, преданный Богу, злой, преданный Шиве. Он говорил, что вы привязаны к материальному, зачем вы за него цепляетесь, отдайте его, я отдам Шиве. Я обыгрывал безжалостно. Все мирские привязанности, все мирские желания отбирал у людей. Не считаясь. E oh. Хутагита, -э глава четвертая. Когда вы хотите понять, кто такой Дататрея, важно изучать Аватхутагиту. Через аватху можно слушать Дататрею, а Дататреи размышлять о нем. Глубокие размышления о природе своего Иштадеваты. Кто такой Детатрея? Каковы его качества? Где он пребывает? Какова моя связь с ним? Это все Шравана и Манана. Нидитхьясана означает пребывать непрерывно в памятовании дататрии. На начальных уровнях это памятование пхавы, памятование каких-то деваты с формой. На высших уровнях памятование перерастает в созерцание, в нидитьясану, в естественную осознанность. Моё «я» ничего не постигает, и оно само не объект постижения. Для него нет ни причин, ни следствий. Как я могу говорить, что оно постижимо или непостижимо? Для Дататрея нет ни причин, ни следствий. Для него нет закона кармы. Все мы подневольные карме живые существа. Карана, Викара, Кара на векара ⁇ это закон кармы. Дата-трия это акарма. Живые существа могут подвергаться карме. Дата-трия пребывает в акарме. Поэтому, когда вы просто вспоминаете о Боге, предаетесь ему, вы тоже высвобождаетесь от кармы. Неважно, что происходит. Предайтесь Богу, и все будет хорошо. В чем сложность? В чем проблема? Прямо сейчас предаться Богу и не страдать. И делать из этого состояния. Неважно, каковы проблемы, неважно, каковы сложности и ограничения. Когда вы предаетесь Богу, дататрея вне кармы, вне причины следствий. И тогда действовать из состояния единства с дататарией, из того состояния, где нет причины следствий, это уже действие в чистом, освобожденном состоянии. Мое «я» не разделяет и не разделяется. Оно не является познающим, и при этом оно непознамаемо. Могу ли я описать его как приходящее или уходящее? По самой своей природе я свободен. три Аватхута, который ничего не разделяет. Был такой в истории Махараджа Джадабхара, он тоже был Аватхутой. Но к состоянию Аватхуты он пришел непросто. Аватхута — это высшая ступень саньясы, описанная в Банишадах. До этого есть еще другие, там Кутичака, Бахудака, Хамса, Парамахамса, Паривраджакачария, а Аватхута это самое высшее, самое последнее. Дататрея принадлежит к самой высшей, к самой последней стадии. Был такой Махараджа Джада Барата. И он был царем, это известная история. Он отрекся от царства и медитировал в джунглях. Практика шла хорошо, он достиг почти просветления, очистил себя и уже видел Бога везде. Но однажды он увидел, как тигр гнался за оленехой. Олениха, убегая от тигра, прыгнула в воду и прямо в воде начала рожать олененка. И родила олененка, сама умерла. Олененок начал тонуть, то есть она прыгнула, так понял, с обрыва от тигра спасаясь. Олененок начал тонуть, и Джада Бар это спас его, и потом подумал, он такой маленький, я его спас, значит, я его должен оберегать, заботиться о нем. И потом он кормил его, поил, смотрел там, где он. Немного пришлось ему свои ритуалы, практики ради него подвинуть. Потом его ум к нему привязался, ни с кем больше он не общался, ни о ком не думал, жил один. И когда олененок уходил в лес, он переживал. И однажды олененок куда-то дошел, ушел далеко и пропал. И он начал искать его и подумал, может, его волки съели, там, медведи или тигры. С большим беспокойством ума начал его искать. И в темноте он вышел куда-то тоже на такой обрыв и свалился с него свалился и покалечился, и в этот момент олененок прибежал, и он увидел олененка, о, он наморщивая, и покинул тело с такими мыслями, и затем оказался в теле оленехи, э, родился как олененок сам. И, конечно, он был шокирован, и он понял, какую он ошибку совершил из-за привязанности к олененку и в жизни когда он уже был оленем он выполнял дхарану самодисциплину сторонился от других оленей не смотрел на брачные игры животных и в общем читал мантру и медитировал поэтому когда он оставил тело этого оленя он вошел и переродился в брахманской семье сыном брахманом я не помню как его зовут и он переродился очень отрешенным, поскольку он почти просветленная личность была, уже сформировавшаяся садху, и он все помнил. И он не хотел ни с кем разговаривать. Ну, он считал, что это бессмысленно, чтобы еще раз войти в эту культуру, привязаться ко всему, эти глупости снова, уже сколько можно. Был царем, упустил возможность просветления, был оленем, еще снова родился человеком, маленьким мальчиком. И он просто жил, молчал. И отец пытался его приучать к культуре, учить правилам, там, мыть руки надо там, перед туалетом, вернее, перед едой, ну и так далее. Там, после туалета. А он делал все наоборот. И этим сильно раздражал родителей. Так что они на него махнули рукой и перестали учить, ну, так сказали, Джада Барата. Ну, Джада означает такой сумасшедший, такой юродивый, глупый. И когда он вырос, он так вел себя, в душе он был полностью пробужденной личностью, но он не шел ни с кем на контакт, вел себя как еродивый, не позволяя никаким культурным обусловленностям, ничему произойти. И когда он вырос, его заметили последователи богини Кали. И они подумали, какой хороший, глупый Юродивый. И богиня Кали примет его. Они делали человеческие жертвоприношения, то есть сами находились в таком не очень высоком состоянии. Они подумали, никому он не нужен, никто его не хватится, никто не заметит его исчезновение, он бесполезный человек. Они взяли его, похитили и начали готовить к ритуалу, побрили, помыли и увидели, что он очень красив и очень обладает чистой праной. Они даже удивились, надо же, какой человек. Он был грязен всегда, Иногда он даже там говорят валялся в испражнениях. Но испражнения при этом его пахли розами. И они увидели благоухание от его тела, сияние глаз. И тогда, когда они решили начать ритуал, богиня Кали раскололась пополам, вышла из статуи и начала этих ее преданных крушить всех в гневе. Говоря, что же вы привели меня святого? Решили привести, принести в жертву святого и всех их самих уничтожила. И дальше есть история о том, как Джада Барата стал наставлять одного царя, который был очень горд своими иллюзорными предпочтениями. И вот Джада Барата жил так, что он ничего не разделял, ничего не различал. Казалось бы. Но на самом деле он был свободен от майя-малы, от иллюзии разделения в состоянии единого вкуса. Но он различал очень хорошо. То есть он обладал превосходной вивековидией. И что он различал? Он различал Бога, душу и тело. Он различал пять кош, оболочек и атман. Вот вивека у него была поставлена на высшем уровне. Но поскольку он не следовал предписаниям общества, его звали Джадебарт, он был Аватхутой. Дататрея – величайшая ватхута, которая говорит, я не разделяю, то есть я свободен от мая малы. Откуда появляется такая свобода? Она появляется из качеств садху, таких как контроль речи, контроль поведения, контроль мыслей, контроль чувств прежде чем созерцание наступит, вступит в силу, должен возникнуть совершенный самоконтроль. Без самоконтроля концентрация, медитация невозможна. То есть йога пада, она строится на выполненной хорошо крия, ведь предыдущей чаре и крия паде. Контроль чувств означает гнев под контролем, вожделение под контролем, жадность под контролем, Гордость, привязанность под контролем. Зависть под контролем. Все чувства, желания, кротха, кама, лобха, мада, мацария, они под контролем. Все органы чувств под контролем. Когда такой контроль чувств появляется, йогин может жить, опираясь на будхи, на духовный разум, но не на эмоции. Вот когда вы видите, что у вас есть тенденция или у садху какого-либо тенденции эмоций, это надо сразу вспомнить. Это ложный путь, ложный, ошибочный путь. Потому что путь освобождения – это путь опоры не на эмоции, а опоры на разум, на будхи. И как только с вами кто-то пытается общаться на, с позиции эмоций, на платформе эмоций, вы должны остановить его, в принципе, не поддерживать, сказать, что вы не собираетесь общаться на уровня эмоций, что надо занять позицию разума, что вы ее занимаете, и вы просите другого тоже занять такую позицию. Почему? Потому что общаться на уровне эмоций – это бесполезно. Это все равно ну, как с опьяненным человеком, ну вот с наркоманом, будете вы под кайфом человек. Будете с ним вы разговаривать, спорить, что-то строить. Бесполезно. Он должен протрезветь. И садху это тот, кто уходит с позиции эмоций, чувств и действует только с позиции разума. Вот отсюда начинается йога и качество садху. Но, как мы видим, в наше время очень много людей действует с позиции эмоций. Например, войны начинаются из-за эмоций. Один демонстрирует свою гордость, другой демонстрирует еще большую гордость. Так? Гордость не сдерживается, начинаются войны. Различные проблемы, столкновения людей. И считается сейчас, что демонстрировать свои эмоции ⁇ это нормально вообще, что это культура такая. Ну, как говорят, будь раскованным, будь открытым, ну, покажи какой ты. И это началось во время перестройки. До перестройки советские люди, они были скованы, зажаты. Это так точно. Потому что советская культура, она учила вообще людей немного по-другому. Она их учила вообще в принципе сдерживать эмоции, контролировать эмоции, зажимать их. Не учила работать, но сдерживать учила. Поэтому один святой Садху приехал, когда он первый в Москву еще во время советских времен, увидел все советские люди такие со строгими лицами ходят. Он сказал, о, они же делают тапасию. Это садху потенциальное. То есть если им чуть-чуть изменить идеологию, они могут следовать путем дхармы. Потому что, например, в Индии такой культуры нет. Если вы приедете в Индию, что вы увидите? Каждый демонстрирует свои эмоции по максимуму. И это считается нормально. То есть все очень открытые, потому что живут в одной культу культуре. Все более-менее доверяют друг друга. И все имеют тенденцию демонстрировать эмоции. Если ты не продемонстрировал эмоцию, то значит, как-то ты не живешь вовсе. Особенно в индийских фильмах это видно, да? То есть они не играют, они живут на экране. Эмоции, эмоции там. Плач, любовь драка, драма, это, все это вот такое все. А советских людей учили контролировать эмоции. Поэтому они такие ходили, зажатые немного. Все время контроль. И учили контролировать еще в определенном направлении. Чувствовать себя как советский человек. Никто не знал, что это такое, но очень серьезно впечатляло вообще. Вот. Это на полном серьезе, Там, поэтому указывали, какие стихи писать и писателям тоже вот. был сильный контроль. То есть тапасия была сделана, не то чтобы это было очень правильно и хорошо, но в результате этой топасии у многих тогда был расцвет духовный, благодаря контролю эмоций большая масса людей оказалась готова к духовной жизни в то время. Вот. Но, к сожалению, затем пришла потребительская культура и все забрала. И тогда советские люди начали раскрепощаться. И тогда все началось. Они начали раскрепощаться. У некоторых начали появляться эмоции, гнев, жадность. Самые негативные эмоции вышли из-под контроля. Бывшие советские люди начали становиться бандитами. Девушки начинали думать, как мечтали стать проститутками валютными. Кто-то пошел контролировать рынки ракетиром. Кто-то в бригады. То есть вот что привело. Когда люди перестали контролировать эмоции, они начали проявляться бесконтрольно. И они не имели даже культуры управления эмоциями. Вот что идет, то и начала, природная сущность начала проявляться. И она начала проявляться ужасно. Кто-то смог заработать, проявив себя, кто-то возвысился. Но в основном это была такая духовная, культурная, такая сильная деградация. При этом на фоне свободы, на фоне позитивных вещей на самом деле. Это просто был убран контроль, самоконтроль. Садху ⁇ это тот, кто умеет и контролировать энергии, чувства, мысли, поведение и речь, и умеет их проявлять. Он не зажат, как советский человек. Это не идеал. Он может их проявлять. Он обладает культурой и контроля, и проявления. И вот из такого контроля речи, поведения, мыслей, чувств и органов чувств рождается возможность войти в измерение дататрии. Был такой рассказ про мальчика с гениальными способностями, который родился, ну так же как Джеда Барета, ни с кем из семьи не разговаривал. Он просто не хотел говорить, сам обладал большими способностями, но ему было неинтересно. Врачи его обследовали, и ничего с ним не нашли такого плохого. Вроде бы он не болен, но не разговаривал просто. И там прошло уже лет 9 или 10, и однажды за столом он сказал, что. Ну, Какое-то блюдо там подгорело. Ну, что-то вот такое. Или специй там недостаточно. <клес> И родители были в шоке. Они спросили, а почему же ты предыдущие годы все молчал? Тогда этого все нормально было. И вот если вы контролируете эмоции, чувства, если все нормально, вы не склонны их сильно проявлять. Вы действуете всегда с позиции разума. Ваша речь под контролем. Из контролируемой речи происходят ситхи речи. Вот когда речь бесконтрольна, человек говорит очень много, но ничего не сбывается из того, что он говорит. Когда сит говорит, он говорит кратко, но это материализуется. Благословение работает. Когда человек говорит бесконтрольно, он говорит много, но его никто не воспринимает всерьез. Не слушает его. Нет доверия к нему. Почему? А речь бесконтрольная. Силы за ней нет. Кто же ее послушает? Она вот такая, поток сознания. Никто не захочет с такой речью объединяться, воспринимать всерьез, верить в нее, так? Нет контроля. Как только вы начинаете контролировать речь, ваши слова обретают силу, они проникают в самое сердце. В этом секрет многих проповедников, миссионеров. Они владеют этим секретом контроля речи. Они пребывают в мауне ума, в мауне речи, но проявляют ее, когда нужно, место, время, обстоятельства, когда нужно передать, помочь. Таким же образом, когда вы контролируете мысли, мысли ваши становятся очень сильными, очень ясными, очень стройными. Тот, кто не контролирует мысли, он... Говорит тоже не очень ясно. Ведь говорят: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Дисциплины мышления нет. Когда человек не контролирует мысли, его мысли ничего собой интересного не представляют. Он другим ничего не может толкового донести. Его мысли не вызывают уважения. Они хаотичные, сбитые. В них нет структурности, глубины, вы не можете вычленить базовые понятия, логические цепочки. В общем, это поток сознания, в который не хочется погружаться, неинтересно. Почему? Потому что мысли, неконтроли неконтролируемые это мусор. На самом деле они ничего не несут, не несут никакого вдохновения, никакой передачи. Они не, не освобожденные, не пустотные игривые, как у Ситхов. Это просто, как знаете, интернет-спам. Никто не, не любит читать спам это все не нужно. Таким же образом, мысли такого человека это спам. Но как только вы начинаете контролировать мысли, ваши мысли, мысли обретают большую силу. Они становятся интересны для других. Их начинают изучать. Ваши мысли начинают способны менять реальность. Они материализуются. Санкальпа Ситхи основана на контроле мыслей. Таким же образом, контроль поведения. Если вы не контролируете поведение, вас никто не будет уважать. Все. Надо это запомнить. Вы перестаете быть уважаемой личностью, если вы не контролируете поведение. Почему? Ну, потому что вы немножко, расскажу вам секрет, напоминаете животных или детей. Вот. Животные и дети – это два класса существ, которые не контролируют свое поведение. Например, вы идете по улице, Собака может облаять кого-то, но не контролирует поведение. Может совыкупляться, тут же она может есть. У нее нет никакого кодекса, она никаких обетов не давала, никаких обязательств не принимала, дикшу не получала. Этику никто лекции не слушала, никто ей не рассказал. Если бы даже слушала, не поняла. То же самое ребенок. Ребенок он еще не винен, он не обучен, у него нет топаси, культуры, поведения. Он спонтанен, да, но это спонтанность близка к животному. Это не спонтанность Махасидхавадхутов это совсем другое. Их спонтанность происходит из недвойственного присутствия, как, например, гуру Брахмананда. Так? И вот ключ к такому недвойственному присутствию это контроль поведения. И когда вы начинаете контролировать свое поведение, вы выходите из такого детского или животного состояния, и постепенно ваше поведение обладает силой. Через поведение вы можете внушать доверие другим. Вы можете добиваться своих целей. А самая главная цель – это Бог. То есть мы контролируем чувство поведения не для того, чтобы добиться каких-то эгоистичных целей – Наша цель одна – это цель постижения Бога. И через поведение вы можете менять окружающую реальность, освобождать карму, не подвергаться карме, потому что вы берете определенные духовные обязательства, духовные принципы и добиваетесь их исполнения. И это очень важно для йога. Другие тоже, но ну, учатся вас уважать. Почему? Потому что тапос всегда уважается. Тапос — это духовная работа и духовная сила вследствие этой работы. Когда человек видит, что вы обладаете высоким самоконтролем, он понимает, а, этот человек делает тапос. Или он выполнял тапос ранее, и этот тапос стал сутью его жизни. И он обладает высокой силой воли и высоким уровнем самоконтроля. А у меня такой силы нет, у меня такого тапаса нет. Можно у него научиться. Это вызывает уважение. И не только людей. Уважение богов, ангелов, святых существ. Вы становитесь достойным сосудом для дхармы. В этом принцип самоконтроля. И вот ключ в Чарепаде <coughs> ⁇ это научиться контролировать свою речь, свое поведение. Свои мысли, свои чувства и свои органы чувств. Органы чувств также следует научиться контролировать. Это самое сложное. Контролировать глаза означает не давать глазам сильно прилипать куда-то. О, это какая красивая вещь. И глаза ушли, транспортирующая прана, прана уже ушла. Уши ⁇ это какая красивая музыка. Обоняние, осязание, обоняние. Фу, какая отвратитель, какой отвратительный запах! Мы подпадаем под органы чувств. Диктат органов чувств. Контроль органов чувств означает, мы не даем уму сильно погружаться в органы чувств. Когда у вас есть такой контроль, вы обретаете способность постичь сознание Дататрии, то, о чем Дататрия говорит, потому что Дататрия величайший мастер контроля. Все следующие уровни, э, Дня напада, самоосвобождение, естественное присутствие, интеграция, объединение с чувствами, они возможны только после обретения такого самоконтроля. Не до того, как. Самоконтроль чувств разве возможен в начале падения? Ну, то есть... Возможен на любой паде. Это ведь вопрос намерения. Он возможен в тот момент, когда вы прилагаете намерение, выражаете намерение их контролировать. Другой вопрос, он не получится сразу. Но ведь никто не запрещает намерение выражать. Само намерение – это уже начало. Так? Само желание. Да, да. И в чем такой контроль чувств также может проявляться. Например, есть такое понятие в ведической традиции поведение мухи и поведение пчелы. Это известный пример. В чем суть? Говорят: муха ищет, пчела ищет нектар, муха ищет испражнение. Все. Поэтому будьте пчелой, ищите нектар. Не будьте мухой, не ищите, не ищите нечистые, не ищите испражнения. То есть в любой ситуации вы можете занять либо роль мухи, либо пчелы. И вот самоконтроль заключается в том, чтобы всегда занимать роль пчелы и никогда не занимать позицию мухи. То есть занять позицию мухи, это обязательно приведет к тому, что вы найдете испражнения. То есть даже если их нет, вы их найдете. Есть еще в русском такая поговорка. Свинья грязь найдет. Если вы занимаете роль свиньи, ну, грязь вам обеспечена. Но зачем ее занимать? И контроль поведения заключается в том, всегда занимать позицию пчелы, никогда не занимать позицию мухи. В чем эта позиция заключается? В том, что у вас есть мотивация, намерение, скрытое, внутреннее, что-то искать и найти. И вот вы находите то, что вы ищете. Пчела ищет нектар и находит его в цветах еще где-то. Муха ищет навоз. У нее есть тенденция ее искать. И она тоже обязательно находит. Почему? Потому что во Вселенной есть и нектар, разные красивые вещи, сладкие, чистые, и навоза тоже хватает. И что ты ищешь, что ты обязательно и находишь. И в нашей традиции это называется немного иначе, но чистое видение, практика чистого видения. Это тоже контроль поведения и мыслей. И когда вы научились... Всегда быть пчелой, чистое видение, естественно, к вам приходит. Вы приближаетесь к тому, чтобы понять дт -3. Если вы не научились быть пчелой, вы никогда не поймете дт -3. Не приблизитесь к нему. Если не научились контролировать речь, поведение, мысли, чувства, никогда не поймете ДТ-3, о чем он говорит. Что вообще за странные речи Адвайты? Это будет для вас тайной за семью печатями. У меня нет ни тела, ни бестелесности. У меня нет ни чувств, ни ума, ни разума. Как я могу говорить о привязанности или непривязанности? По самой своей природе я свободен. Никакие утверждения не могут повлиять на меня, и при этом отрицание не заставит меня скрыться. Могу ли я говорить о том, что всегда являюсь одним и тем же? По самой своей природе я свободен. Я победил чувства и в то же время не победил их. Я никогда не развивал ограничения или аскезы. Итак, Дататрея говорит, я победил чувства. Одновременно он говорит, и в то же время не победил. Это как раз и говорит о том, что с одной стороны он полностью контролирует свои чувства, с другой стороны, пребывая в недвойственности естественном состоянии, он их отпустил в спонтанную естественную свободу. Это и есть состояние описания присутствия, недвойственного созерцательного присутствия и интеграции. Есть такой рассказ о пяти братьях Пандовых. Пять братьев-пандавов жили в лесу после изгнания. Это известная история. С ними также была Драупади, общая жена и мать Кунти. И примерно, ну все знают, кто такие пандавы. Арджуна – это был сын Миндры. Юдхиштхира – сын Дхармараджи. Пхима – сын Ветра, бога Ваю. и Сахадева – это дети Ашвини Кумаров, богов-близнецов, исцелителей. И однажды они шли где-то в лесу, и у них закончилась вода, они изнывали от жажды, и начали смотреть, и по движению птиц, водоплавающая птица пролетела, они увидели, что там где-то должна быть вода или озеро. И они послали, послали Накулу. И когда Накула подошел к водоему, он захотел выпить этой воды, но раздался голос, Накула, не пей, а то умрешь. Он подумал, надо же, какой-то здесь местный крестьянин захватил озеро, а мы цари тут, императоры, и они нам еще говорят, что нам делать, что не делать. Сейчас его проучу. Он выпил воду и умер. И Юдхиштхира по знакам, тонким духовным зрением обнаружил это и забеспокоился и послал второго Сахадеву. Он тоже так же пришел, смотрит на кула, лежит, и голос говорит, не пей воду, то умрешь. И он тоже выпил и умер. Таким образом, затем пошел Пхима. То же самое. Могучий воин. Он понадеялся на свою силу, не послушал этот голос. То же самое. Затем пошел Арджуна. И Арджуна услышал этот голос и смотрит, все лежат бать, братья Пандавы. Подумал, какой-то демон здесь, и он начал из лука стрелять на голос, на звук из своего лука. Думал убить этого демона. И он тоже решил сначала попью воды, а потом уничтожу этого демона. И то же самое свалился замертв. И когда только пришел, и да, и этот голос говорил, я хочу ответить, задать тебе несколько вопросов. Но никто не слушал, пил эту воду и умирал. И затем пришел Юдхиштхира, Юдхиштхира сразу понял, в чем дело, и он остановился, контролировал ум, хотя все изнывали уже от жажды. И он спросил, кто ты и что ты хочешь. И перед ним явился Ямараджа. Он сказал, я твой отец, Дхармараджа. Вот видишь, все эти твои братья, они по своему неведению, по глупости, не контролируя чувства, они погибли. Но ты остался мудрым. И он спросил Арджуну, вернее, Юдхиштхиру, что есть самое удивительное на свете? Юдхишхира посмотрел на эту ситуацию и сказал, ну, самое удивительное – это то, что все слышат, что умрут, но действуют так, как будто они не умрут, вот, но не верят в это, и обусловлены материальным умом. И вот эта ситуация тоже подсказывает. Юдхиштхира затем спросил, кого ты хочешь, чтобы я оживил? Он сказал, С самого младшего. На кулу. И ему там предстояло сражаться, и он спросил, а почему самого младшего? Он же не самый сильный воин. Он сказал, он же находится под моей опекой, я должен о нем позаботиться. Дхармараджа остался доволен его поведением, поскольку он очень бдил принципы Дхармы, и в награду он воскресил обратно всех братьев, братьев пандавов. Вот такая проверка была устроена Юдхиштхире на контроль разума, чувств. И прошел только один Юдхиштхира. Все остальные не прошли. Из-за неспособности контролировать органы чувств. И сансара нас всегда контролирует. И вот Хармараджа, он связан с контролем органов чувств, с самодисциплиной. И он постоянно нас проверяет. И он вознаграждает только тогда, когда мы контролируем их, когда мы ведем, когда мы ведем себя правильно говорим правильно. Что означает правильно? Правильно означает, у нас есть контроль, мы действуем не с позиции чувства, а с позиции разума. О, мой друг, как я могу говорить о победе или поражении? По самой своей природе я свободен. Стоп. Вот если человек изучает Адвайту, не в духовной традиции, он не начнет с контроля чувств. Он не начнет с контроля речи, разума и поведения. А с чего он начнет? Он начнет с воззрения. И начав с воззрения, он будет брать тексты, которые говорят, по самой своей природе я свободен. По самой своей природе я уже освобожден. Никаких проблем нет. Не надо практиковать, не надо работать над собой. Расслабься. Прими себя. Прими мир, открой объятия миру. Живи недвойственно, здесь и, будь здесь и сейчас. Ну это такие замечательные слова. Но это уже настолько избитые истины, что в них никто не верит и не понимает. Все их повторяют, но как попугаи. Но никто не может действовать в связи. Никто не может быть здесь и сейчас. Никто не может раскрыть объятия мира. Это все просто пустые слова. В году в 99-м или 2000-м я читал лекцию в одном большом городе о пути садху, о пути саньяси, о тапаси, о йоге. И один молодой человек сказал, ну а не проще ли вот быть открытым, любить жизнь? А то что вы там такое проповедуете вообще? Я ему ответил примерно, ты говоришь правильные слова, но ты не понимаешь их смысл. Ты ничего не понимаешь просто. И все. Потому что, чтобы понять эти слова, надо научиться контролю. И в традиции Адвайта Виданта, если она изучается по линии Гуру Шиша Парампары, недвойственная истина она начинается с того, что Гуру учит ученика самоконтролю. Он учит его контролю речи, контролю мысли, контролю поведения и контролю чувств. И нельзя рассказывать о Брахмане, о недвойственности, если предыдущий урок не выучен. То есть предыдущий урок не выучен, значит, на второй год. год. Заново надо обучаться. И так много раз. И только затем недвойственная истина передается. И это тот контекст, в котором надо изучать Аватхута Если этого контекста не будет, невозможно Будет понять, о чем говорит 3 И часто многие люди приходят в Харму, даже получают дикшу от гуру иногда, гуру мантру, пытаются делать практики какие-то, что-то делают, читают, и проходит год, проходит два. Фух, а где они вообще? Так, прошмыгнуло что-то, промелькнуло. И удивляешься вообще, что это было вообще? Кто это был? То есть ведь все должно быть не так, и все должно закончиться не так, так ведь? Но почему так? А потому что нет контроля чувств. Потому что человек пытается практиковать высокие учения Адвайты, не обладая контролем речи, не обладая контролем поведения, контролем мыслей и чувств. И результат плачевный, то есть бесполезный всегда, потраченное время просто. И Таких людей на самом деле сейчас очень много. То есть интернет доступен, тексты переведены. В социальных сетях выкладывается сутр, тантр, наставлений. Да мастеров много, лекции в открытом доступе, сколько угодно. Но если контроля чувств нет, контроля речи нет, контроля поведения нет, мысли нет, этим невозможно воспользоваться. То есть годами люди читают, слышат, но никаких результатов не могут получить. Потому что невозможно получить результаты без этого, без самовоспитания, контроля мыслей, поведения и чувств. Напротив, тот, кто прошел такую школу, он обретает со временем мудрость, духовную силу и благословение. Из контроля чувств рождается сила и мудрость. Например, даже ситхи рождаются из-за этого. Но у, у святых, у ситхов есть такое правило: мудрые не беспокоят людей, то есть запрещено беспокоить людей своими чудесами и ситхами. Вот так. Например, считается: если кто-то на Кумхамеле начинает проявлять ситхи, показывать чудеса, там, материализацию, запахи, материализовывать манго, золото, еще что-то, то к нему могут подойти и попросить там, уважаемый, не могли бы вы чуть-чуть покинуть Кумхамилу? Потому что есть негласное соглашение между святыми и ситхами не демонстрировать чудеса, не беспокоить людей. Вот так. Почему? Потому что, когда люди видят это, их умы сильно возбуждаются. Их собирается, начинается очень много. Начинается хаос, столпотворение. Контроль чувств ума и мыслей у людей уменьшается. Вот. Возбужденность происходит. И когда говорят, а почему вот тот не показывает ситхи, вот показывал бы ситхи, вот бы ему все поверили. Нет, неправильно. Поскольку это указывает на то, что умы людей могут быть возбуждены. И это правило мудрое не беспокоит невежественных людей, оно не должно работать. То есть садху никогда не должны беспокоить невежественных людей, в том числе и ситхами чем-либо. Но ситхи приходят, это действительно так. Их может быть не надо всегда демонстрировать. Что такое ситхи? Это сила. Сила реализовать что-либо, например, какое-то намерение. Сила проявить что-либо, то, что тебе необходимо. Но даже когда они приходят, в отношении ситх тоже должен быть самоконтроль. То есть пришли ситхи, хорошо. Делай вид, будто никаких ситх нет. Все. Обычный человек. Пришла мудрость, пришло просветление. Отлично. Делай вы вид, будто ты глупый. Только гуру поделись. Там, самыми близкими. Остальным ты обычный человек. Не надо его демонстрировать. Если получил полномочия, понемногу показывай свою мудрость на благо другим. Но не цепляйся за нее не проявляю, контролируй, то есть завет святых контролируй, пришли ситхи контролируй ситхи, пришла мудрость контролируй мудрость, все контролируй. Если ты не контролируешь, ты не можешь быть даже называться садху, потому что садху это олицетворение контроля. Почему? Потому что Бог это верховный контролер, он контролирует вообще все в этом мире, он контролирует элементы, контролирует время контролирует тела, контролирует реинкарнацию, контролирует закон кармы, контролирует пространство. Он верховный контролер Ишвара. И быть садху означает получать хотя бы минимальную способность контролировать что-то в этом теле и в этом уме. Как обрести такой контроль? нужна регулярность в садхане, нужна упорство в севе, нужно постоянство, постоянная работа над собой. Тогда такой контроль приходит. Нужно намерение контролировать. И надо все время просить благословения святых, чтобы они научили этому. И когда результаты такие приходят, это называется усмирение ума. Когда ум усмирен, вы внезапно ощущаете, как легко жить стало. Вот когда я вышел после ретрита, даже не, ши, не трехлетнего, там небольшой ретрит был, может быть, два месяца. И представьте так, по 14-16 часов пранаяма, мантра, медитация, постоянный контроль, сила воли. И затем ретрит закончился я подумал, какое счастье. Не надо ничего делать. Можно просто жить и наслаждаться жизнью. Я подумал, это мне было 28 лет, может быть, что как легко жить в миру и быть счастливым. Ну это же так просто. Такое счастье, оно существует естественно само по себе. Как живые существа умудряются еще быть несчастными? Потому что когда вы контролируете чувства, тело, речь и ум, вам очень легко быть счастливым. Вам ничего не надо для того, чтобы быть счастливым. Ваших потребностей гораздо меньше, чем то, что вам дает природа. У меня там почти не было денег, но потребностей не было, и мне всего хватало. Я был один, и я так был счастлив. Мне всего хватало. Была какая-то комната, она была не моя. Меня она вполне удовлетворяла. Имущество... Ну, была сумка спортивная. Пару спортивных костюмов. Все меня удовлетворяло. Счастье. Когда мы можем контролировать свои чувства, мы счастливы. Когда мы их не можем, мы несчастны и потребительская культура, и западная культура, она пошла вообще по другому пути. Не по пути контроля чувств, а по пути их поощрения. Ага. Она навязала брендовые марки автомобилей. То есть обычного автомобиля уже недостаточно. Нужен какой-то очень такой, очень серьезный автомобиль. Она навязала брендовую одежду. Просто носить что-то удобное уже недостаточно. Оно должно быть дорогое и там, иметь какой-то авторитет. Оно навязало кучу очень много ложных фальшивых ценностей. И люди начали следовать этому. Это не культура контроля, а культура поощрения желаний. Когда вы приходите в садху, в саньясе, вы стараетесь контролировать чувства и не поощрять чувственные желания. Чувственные желания поощряются, поэтому люди несчастны. Когда они удовлетворяют одни желания, реклама говорит, а вот еще есть более лучшие. Культура говорит, а еще вот эти желания ты не удовлетворил, но может еще что-то, еще больше. Это как осел, который гонится за морковкой. Но ослу не, не, невозможно понять, что он бежит, но и морковка бежит с той же скоростью, что и он, потому что морковка подвешена чуть-чуть впереди, на 30 сантиметров впереди. Вот что это такое. И современная культура, что она говорит? Чтобы жить, ты должен зарабатывать, ты должен выживать. Для этого ты должен работать. И многие люди, даже мирские люди, они задумываются, почему мы много работаем, и все равно мы живем, и мы все равно несчастны. Почему вообще? Что за система такая нас заставила, поработила? Непонятно. Почему мы должны так много делать, а мы все равно несчастны? Откуда эти странные отношения в обществе взялись? Все это следствие. Потребительская культура Кали-юги. И многие начали что-то прозревать, даже не будучи садху. Они поняли, что-то здесь не так. Гармония ведь потеряна, потому что. Потому что потерян контроль чувств. Контроль ума, тела и самодисциплина. И быть садху означает возвращаться к такому простому образу жизни, когда чувства контролируются, когда желаний гораздо меньше, чем их возможности исполнить. Отсюда рождается сантоша. И дататрея — это величайший удовлетворенный, тот, кто пребывает в величайшей сантоше. Поэтому, когда возникают какие-то проблемы, просто думайте о Дататрее. Просто призывайте его, просто молитесь и вспоминайте о том, что Дататрия на вашем месте был бы счастлив. А что не так с вами? Дататрия был бы полностью удовлетворен, полностью пребывал в Ананде на вашем бы месте. Вот происходит какая-то проблема, и представьте Дататрия на вашем месте. Что бы он сказал вообще? Что бы он подумал? И тогда надо понять, а Какая разница между мной и ДТ3? Что я должен сделать, чтобы соединиться с его сознанием, Какую, какой путь пройти. Это и есть манана. То есть манана, когда вы постоянно размышляете о Боге. Шравана, когда вы слушаете о нем, а манана, когда думаете о нем. И вот манана должна научить нас всегда думать о Боге. Вот к чему бы ваша мысль не прицепилась, надо направлять ее на Бога. Надо так ее перенаправить, чтобы она в конечном счете пришла к Богу. Самоосвобождение – это следующий этап. Когда вы научитесь любую мысль приводить к Богу, то самоосвобождение придет как углубление этого состояния, как переход в неконцептуальное, когда уже не надо работать с мыслями, а надо работать с отсутствием мыслей и состояния аманаска. Но пока вы не научились переводить любую мысль к Богу, вам сложно будет понять, что это за самоосвобождающее присутствие. Невозможно. Представьте, мысли блуждают, и они туда направлены, туда, 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 а вы еще хотите и без мыслей. У вас контроля мыслей нет, а вы еще хотите без мыслей пребывать в присутствии и на Бога быть. Это невозможно. То есть контроль сначала должен произойти на уровне манана. Не дитхиасана невозможно без мананы. И манана означает размышление о Боге и полный контроль мыслей так, чтобы любая мысль приводила к Богу. Например, вы говорите о продуктах, о кухне, то, что ну, быт. Найдите способ перевести свой ход мыслей к Богу. Так, если это еда, еда ради кого? Кто вкушает? Кто истинный вкушающий? Это Бог это Дататрея, это Шива. С помощью еды я буду ему поклоняться. Если у вас мысли об автомобиле, переведите мысли на Бога с автомобиля. Кому принадлежит все материальное в этом мире? Богу. Тогда никаких проблем с привязанностью к автомобилю. Если вы общаетесь с человеком, переведите мысли с человека на Бога. Не зацикливайтесь на его человеческих качествах. Если человек — это проявление Бога, то я разговариваю с Богом через человека. И таким образом обо всем, о чем бы вы ни думали, переводите мысли на Бога. Это и есть самоосвобождение. А самоосвобождение ментальное, недвойственное, с помощью естественного осознавания — это следующий же этап. Есть такой рассказ, когда, ну, типа как анекдот, когда спрашивают солдата, а о чем вы думаете? Интервью журналист задает. Тот говорит, о чем? О девушке. О девушках. Журналист не ожидал такого ответа. Он говорит, ну ладно, вы же о них не думаете постоянно. Ну вот солнце, небо, погода прекрасная. Вот посмотрите, скажите, что вы думаете об этом? Он посмотрел, посмотрел. Да и сейчас я о девушках думаю. Журналисту надо брать интервью, ничего не получается. Он говорит, ну как же, ну на что-нибудь другое, вообще ход мыслей другой придайте. Вот столб, вот что вы, какие мысли у вас? Да, девушка, думаю. Журналист уже в ярости. А почему, какая ассоциация вообще? Столб и девушки. Я не могу понять ход ваших мыслей. Солдат говорит, да я о них всегда думаю. Это то же самое. Садху должен научиться о Боге так думать, неважно какая ассоциация. Смотрит он на небо, смотрит он на стол, смотрит он на девушек, ни на что не смотрит, он всегда думает о Боге. Вот это и есть истинное самоосвобождение. Ум не рассеян, он контролируется. Неважно, чем вы занимаетесь. Кухня, вождение автомобиля, разговоры, йога, асаны, пранаямы. Ум должен быть сосредоточен на Боге. Вот это начало истинного самоосвобождения. Это называется манана, когда вы все время размышляете, что есть Бог, какова моя связь с Ним, какова я природа, каковы Его качества, где детатре. И постепенно с ментальных размышлений вы переходите на то, что превосходит ментальное, на неконцептуальное. Истинная манана это такой переход. От концепций о Боге к присутствию вне концепции в Боге. Это не переход просто от мирских концепций сразу к постижению Бога, это невозможно. Вы должны сначала провести манану, чтобы все свои мысли научить группировать и собирать в мыслях о Боге. И когда вы делаете такой переход, начинается Нидитьясана. Вот Шравана — это слушать о Боге, например, о Дататрии, о Шиве. Манана — думать о нем. А Нидитхясана — это никогда не забывать о нем. Это уже следующий этап. И это называется смараном — памятование, постоянное памятование. И когда вы никогда не забываете о Боге, что следующее происходит? Происходит выражение вашего памятования в жизни, в действии. Например, Каждое ваше действие является поклонением Богу. Это вандана. Что бы вы ни делали, вы чувствуете, это мое поклонение Богу. Вот я мету пол, а у меня возвышенное состояние. Это мое поклонение. У меня нет никаких проблем с тем, что я мету пол. Я не думаю, что вот я метупол, а кто-то более высокое положение занимает. А почему так? Наверное, я недостаточно удачлив, моя плохая карма, или меня не уважают, не ценят, наверное. У вас таких мыслей нет. У вас есть радость, потому что вы делаете поклонение. Или вы делаете что-либо другое. Все, каждая мелочь является поклонением, способом ванданы. Потому что вы непрерывно помните о Боге. Я ем просад, пусть это будет поклонением Богу. Я что-то делаю, пусть это будет моим поклонением Богу. Смарана никогда не теряется. И какие другие действия еще совершаются в состоянии нитьясаны? Пада, поклонение стопам, то есть дух, то, о чем мы говорили вначале, поклоны святым, вы живете в состоянии постоянного поклона лотосным стопам Бога и святых. Сева – дух служения, проведения божественной воли. Если вы помните о Боге, вы улавливаете его волю и хотите проводить его волю. И различные расы, в которых вы пребываете. Шанта, Дастья, Сакхья, Вацалия, Мадхурья. Это основные расы поклонения – преданности, которая описана в хакте народа, сутра народы. То есть ваша Нидитхиасана перерастает в Андану дух поклонения паду и севу служения в определенных расах. Это и есть тайны Нидитхиасаны, когда вы глубоко поглощены божественными энергиями. Это не просто созерцание, которое трудно удерживать, а это энергия, которая сопровождает каждое ваше действие энергия благодати, счастья, радости, любви, гармонии, восторга, блаженства, экстаза, прославления. Вот это истинная недитьясана. А то, что это за недитьясана? Ни счастья, ни радости, ни блаженства. Я недитьясану делаю. Есть, куда она тебя ведет вообще? Ни восторга, ни поклонение Богу, ни связи, это не ниди... Ас асамбандха, не связывающая ни дитьясана, какая-то ложная. это при проверке это обнаруживается, что на самом деле это не не дитьясана. А что это? Полнота внимания, максимум. О